Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, наконец, как я и обещал, в принципе, в прошлом видеоролике, будем смотреть первобытный инстинкт на жирафе Пепе, который мне выпал совсем недавно. Итак, что делает этот первобытный инстинкт? Ну, давайте прочтем, что написали разрабы, а потом я скажу конкретнее, что он делает. При использовании дальнего обзора Пепер может двигаться, но медленно. Ну, по сути, да. То есть, если использовать активный навык, Пепер замедляется, но при этом у вас активный навык можно использовать в движении, да. То есть вы не стоите, смотрите там, что куда, да, а двигаетесь с таким же обзором. Ну, это так задумано, но на самом деле это не так. Да, на самом деле это не так, работает кривенько, неприятненько, я бы сказал даже. Но что есть, то есть. Ну и в реальности замедление достаточно серьезное, поэтому плюсов от него, ну, 1%, ну, если вкратце. Сборка такая, не мог я решить, что на самом деле взять, поэтому пусть будет так. Ну и погнали. Поиграем в стандартных боях, посмотрим, на что способен Пепер. В идеале, конечно, парочку топ-1 взять. Но, как говорится, как пойдет, так пойдет. Такс. На старте с хамелеоном. Угадайте, кто у меня сейчас весь лут заберет. Блин, забыл я про отталкивание, надо раньше использовать. Ну, бас получается. Получается. Возьмем гранатку. Иди отсюда. Ох же эти хейтеры. С кофем на Джейд. Понимаю, понимаю. Да, слабо. А чё мне с кофем, да? Где отсюда? Ох уж это дерзкая Джейд. У меня, кстати, косточки нету, проблема. Ну, сейчас у нее кофе закончится, мы ее убьем, эту Джейд. Как-то без косточки, да, так, не чувствуется. Но, в принципе, конечно, Сергелия, как видите, полезна, особенно против Джейд. Достаточно далеко отталкивает, что позволяет... Ну, кстати, эта Джейд умерла. Неожиданно, неожиданно. А может, это была не она? Вот, кстати, как работает. Нет, подождите, это не так. Вот, видите? Я отменил, получается. Ну, на ходу он, короче, работает, но работает криво. Вот, я его использую и иду. И типа у меня обзор крутой стал. Так, здесь Тони, надо бы его убить. То он душит меня. Блин, ну какой же я меткий. Посмотрите на эту меткость, ребят, ну. О, Брюс промахнулся. Надо бежать, надо бежать. Красиво свалил, да, получается? Получается так. Получается так. Опять хамелеон здесь прибежал. Который в прошлый раз меня пытался задушить. Блин, я кнопки не успел нажать. О! Ну что ж так душно-то, а? Ай, капец просто. Просто слов нет. Вот понимаете, я там их всех почти перебил соло. Они пока-то между собой просто бегали, ничего не делали. Я их закидал гранатами, луками и всем остальным. И пришел хамелеон, под конец все залутал. Ой, обидно. Ну как залутал? Он меня убил просто и все. Душат, душат. Тяжеловато играть на жирафе. Может, командные бои все-таки пойти. Не знаю, посмотрим. Слишком все-таки напрягают хамелеоны пока что. Наверное, гранатку последнюю возьмем. Выбора, в принципе, большого нету. Главное, чтобы ботик не убежал далеко. Обидно без ботика сейчас остаться, конечно. Все-таки аптечка, как-никак. Ну вот он, первобытный инстинкт, видите? То есть вот так вот его можно теперь использовать. Одновременно ходить, типа, когда противник чуть-чуть убегает от вас, да, вы можете его достать. Ну, работает так себе, на самом деле. Конечно же, Никс один хочет забрать мою аптечку с Луи, которая, по сути, должна достаться мне. Ну, он вроде убежал, я его напугал. Нет, он не убежал. Ну и гений. Ну, сейчас умрешь, значит. У меня отменился... Как это могло быть, если я... Как он умер? В общем, в чем суть, ребят, чтобы вы понимали. Я иду сейчас в первобытном инстинкте с активным этим. Использую копье. У меня должна быть дальность... Ну, вот такая вот, да, как сейчас была. А она мне взяла, отменилась, и я стал обычной. Баланс? Нормально сделали первобытный инстинкт? Нормально. Вот я думаю, что прекрасно. То есть она не вот такая была дальность, а была... Сейчас вам покажу. А стала вот такой вот, и типа все, и на. И вот так вот я был. Офигеть, да? Брюсик убиваем, он тут 8 уровень, в принципе, с ним будет все легко. Ну да, все-таки первобытный инстинкт дает преимущество. Небольшое.
Брисика убили, отлично. Сломаем бочку на всякий случай. Ну, кстати, вот обзор жирафа, да, если что. Жестко, жестко. Постоим пока здесь, хотя нет, наверное, все-таки нужно отойти немножко от зоны. И вот здесь где-то встать. Кусту желательно. Потому что если кто-то аптечку заберет, его просто в зоне смогу задержать. Очень сильно продамажить, и у него будут серьезные проблемы. А у меня будет все красиво. Итак, ну вроде никто аптечку решил не брать. Поэтому пока что можно постоять здесь. Потихоньку надо, конечно, сдвигаться в центр. Я не знаю, что там будут за противники. Будем сейчас это выяснять. Ну-ка. Кто там самый дерзкий? Я, в принципе, уже в центре. Сейчас кто-то сюда должен подойти. Вот, вижу бочку. Ладно, бочки никого. Пока постоим без активного навыка. Активируем. Поломаем бочки. Опа, Никса увидел. Отлично. Бахаем. Закидываем. Все, активный навык закончится. Перезаряжается. Манцуем пока что. Как цари. Так, тут уже кто-то на меня бежит. Надо аккуратней. Бочклюбов я ненавижу очень сильно. С ними у меня разговор короткий. Закину в Никса всем, чем есть. Так, он сейчас прыгнет. Ник, кстати, играет с этим. С каймом Глистокси, это, знаете, вот эти, которые сидят постоянно. Никсы. На льду будут проблемы серьезные сейчас у меня. Кенгуру почему-то убежал куда-то. Бах с первобытным инстинктом. Бывает. Бывает. Ну, Бах молодец, что. Красиво сыграл. Не поспоришь. Все сделал качественно, а вот я не ожидал, что он сможет так до меня быстро дойти. Ну вот видите. Опыта набираемся потихонечку и видим, что все-таки жираф не такая имба, во-первых, да. А во-вторых, ну, Голдридалина все-таки решает. Ну, надо 4 слота делать, тут без вариантов. На некоторых персонажах без этого просто никак. Ты не можешь его реализовать из-за того, что просто слотов не хватает. Да. Отправимся в командные бои. В командных боях жираф себя покажет получше, потому что там все-таки... Ну, во-первых, минус один слот сразу на крем... ну, бомбу молотова, да. И получается более-менее такая... адекватная сборка, опять же, оставляя канистр гелия, чтобы откидывать противников от трупов союзников, да, их союзников. Ну и от себя тоже откидывать. То есть, в принципе, эта штука выгодная и достаточно сильно помогает. И опять же, жираф в командных боях это намного жестче, чем можно себе представить. Попробую копье залутать по-быстренькому. Бахнем просто так на Верочку. Вдруг зайдет что-нибудь. Никсы, как же их не люблю. Залутали мы с Джейд немножечко этого самого, да, дела хорошего. Сейчас здесь немножко побьем. Ну, Никсы у нас неадекватно, убежали же куда-то. Я поддерживаю Бака, мне, в принципе, с Баком уже будет не страшно. Капец, жираф быстрый. Мне главное сейчас все закидывать, правильно делать и держать дистанцию. Это будет основная моя позиция, которую я сейчас буду играть. И это правильная позиция, я считаю. Ну, максимально правильно, единственная правильная, точнее. Блин, капец, сколько же я там урона вношу? А им пофиг просто. Вот просто пофиг. Баку, почему Бак в конце? Ты адекватный вообще? Вот понимаете, Бак у нас играет на задней линии. Дальник, блин. У меня слов нету, ну как так можно? Ты же... Ой, боже. А потом думаешь, как ты можешь проигрывать с такой сборкой, с такими ребятами? Они просто стоят за твоей спиной, а ты на жирафе типа танчить должен. Гениально, просто гениально. У меня слов нету, просто Бак. 10 уровня, полный ноль. Офигеть. Он соло должен был всех там развалить. Соло. Там просто надо одну кнопочку нажать, а потом еще три. И повторять каждый раз. Все, больше ничего на баке не найдет. Но он даже этого не может. Это нереально просто. Фу, сгорел. Даже соло бы я так не горю. Бывает, бывает. Ладно, поехали к следующей. Как-то первобытный инстинкт на жирафе, заметили, не очень тащит. Ну как не очень. Он, в принципе, неплох. Позволяет делать те вещи, которые раньше не мог на жирафе себе позволить, да.
Но из-за того, что команда неадекватна, из-за того, что рандом у нас душный, реализовать его, ну, тяжело, тяжело. Но, в принципе, с адекватной командой он в командных боях прям красиво заходит. Очень красиво, я так считаю. Ну, опять же, это все надо тестировать, команду искать себе, и будет у вас все замечательно, ребят. Всем это советую. Максимально. Кстати, кинул гранату, если что, не разбилось. Баланс, баланс. Бочки поразбиваем, чтобы не мешались. Ботов, конечно же, нету у нас на карте, ну да. Кому-то боты нужны, кому-то нет. Скорость у жирафа достаточно высокая. У нас, кстати, три ближника. Я надеюсь, они хотя бы будут танчить, а не стоять за моей спиной. Как думаете, ребят? Сделаем ставку. Кто будет стоять за моей спиной, а кто нет. Так, Джейд убиваем. Отлично все. Ингру убиваем. И Никса почти убил. Ну, почти. Почти не считается, конечно, но... Почти, почти. Почти смог. Ой, там жра... Там еще кто-то пришел. Капец, они душные. Ля, душат, душат. Стеночку поставили. Ну, конечно. Что ж они еще могли поставить, да? В этот момент. Какие же они везучие, а? Так, у нас сейчас активный навык откатывается. Я там закидываю по возможности всем, чем есть. Все, активный навык закончился. Жирафа почти убили противника. Немного сложновато, конечно, драться против челиков этих. Из-за того, что моя команда опять постоянно отходит. Я, конечно, понимаю, что их душат, но они как бы могут, могли бы напасть, там, что-то поделать полезное, да? Или не могли. Вот у меня сейчас, кстати, активный навык должен быть, работать. Но он работает максимально криво. У нас сейчас черепах умрет. Черепах идиот. Большой-большой идиот. Ну, если вкратце, да? Ну, такой черепах у нас попался, к сожалению. Не мы выбираем черепахов, а они нас, да? Как-то это не так должно звучать, но да ладно. Ну а чё он полез в атаку на дальнике? Вот мне вы мне объясните. Зачем черепах полез в ближний бой на дальнике? А? Причем у него даже нет первобытного инстинкта, там 9 или 10 уровень был. Я не понимаю. Я не понимаю этого всего. Зачем он это сделал? Изи победа была бы, если бы он просто стоял и стрелял. Но он тоже этого не смог. Ему нужно было пойти и умереть. Ну, как говорится, выбор его. Да? Да. О, вижу противника. Вижу, вижу, вижу. Лев просто в воде стал, ребята, если что. Почти, походу, весь бой. Вот так вот берется топ-5 на льве. Да. Зашли в воду и стоите. Кстати, 9 кило, если что, сделал. Угу, угу. К-команда. Ну ладно, ребятки, на этой прекрасной ноте закончим. В принципе, жираф годная животинка в нашем зоопарке. Обожаю его, в принципе. Отличный персонаж, с первобытным синтом стал намного приятнее. Конечно, кривовато он работает вместе с другими штуками. Но что поделать, то поделать. В общем, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. А это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.